Джаз – часто импровизация, свободный поиск нового звука и мелодии. Лектор Дарья Волкова и музыканты «Монокль Джаз Бэнд» тоже попытались найти новый формат. И сделали вечер, на котором совместили музыку и короткие, часто интуитивные лекции об искусстве 20 века. Темы этих лекций музыканты заранее не знали и прямо на месте выбирали, что играть. Импровизация – все по-честному. Эта идея появилась, потому что нам нравится искусство, ребятам нравится музыка, мне нравится читать лекции, и сегодня мы решили попробовать это смешать и посмотреть, насколько это выйдет органично или насколько это выйдет интересно, какие есть связи между музыкой и изобразительным искусством и какие есть связи в контекстах вот, в истории мировой культуры. Джаз кажется в основном людям какой-то музыкой элитарной, необычной и недоступной, а мы стараемся переработать ее и показать, что джаз может быть доступен для всех. Его могут слушать все и увлекаться все. Джазовые ритмы сменялись короткими историями о художниках, поэтах, песнях и фильмах. Образ этой женщины, которая появляется и исчезает, здесь абсолютно тот же. Если вы посмотрите, она как бы появляется из черного пятна неизвестности и растворяется вот в каком-то более светлом облаке. Лекции не были выдержаны в академическом формате. Джон Леннон сменял художника Ивана Крамского, а затем рассказ переходил на творчество Ренуара. Связующим звеном в этих историях стала не хронология, а общее ощущение искусства, которое часто говорит о внутренней, потаенной красоте. Очень гармонично получилось, как мне кажется. И как будто бы лекция дополняет и музыку, и как-то раскрывает больше. Наверное, какое-то вот ощущение такого расслабленного вечера августа в городе-курорте. Мы многие эти вещи, с одной стороны, знаем, но с другой стороны, когда это вновь нам рассказывается и мы вспоминаем это, еще больше у нас красок всплывает внутри нас, и это создает очень приятную внутри атмосферу. Вечер прошел при полном аншлаге. Небольшой арт-лофт с трудом вместил всех зрителей. Организаторы говорят, скоро будет повторение. Валерия Куценко, Семен Безгинов, Константин Головин. События.